петушку новый дом и обо всем, что в нем. В этот раз у меня аквариум от компании Aquaelle. Пожалуй, один из самых распространенных и часто встречающихся мини-аквариумов. Если быть точным, то название аквариума Aquaelle Shrimp Seed Smart LED Plant на 10 литров. Если это название перевести на русский язык, то это будет звучать как аквариум для креветок. Сейчас мы откроем эту красивую коробку и посмотрим, что же там внутри и как все это выглядит. Для тех людей, у которых ограничено пространство для аквариума, очень важны габариты, поэтому сразу скажу о его размерах. Этот аквариум небольшой и его размеры 20 на 20 и на 25 сантиметров. Толщина стекла 4 миллиметра, хорошая комплектация в аквариуме и для старта все уже есть. Покровное стекло, подложка, маленький внутренний фильтр, Pad Mini с подачей воздуха, обогреватель Comfort Zone Fix 25 Watt, хороший светильник LED Smart LED Plant 2 6 Watt, световой поток светильника 690 люменов, ну и еще один приятный бонус — это корм для креветок. Вообще фирма Aquaelle — это Польша и была основана в 1984 году, то есть фирма к сегодняшнему дню достаточно давно присутствует на рынке. У компании Aquaelle 3 производственных предприятия, а продукция свыше, чем в 100 странах мира. Бытует мнение, что аквариумы от компании Aquaelle славятся тем, что не текут. Возможно, это действительно так. Однако стоит учитывать то, что у данного набора две гарантии. Одна гарантия распространяется на прочность герметика, то есть на клеевые швы аквариума, гарантия действует год. Вторая гарантия отдельно на светильник действует 2 года. Напомню, что мы оформляем аквариум не для креветок, а для петушка. Аквариум будет стоять в теплом помещении, и поэтому обогреватель нам не понадобится. Да и внутренний фильтр очень много места будет занимать и портить визуальное восприятие. Был бы он в виде рюкзачка, я бы его обязательно оставил. Поэтому в моем случае это два ненужных оборудования. Пора приступить к оформлению. В этот раз я решил не использовать много растений. Единственное, что из растений тут будет, это селагинелла. В качестве грунта я решил использовать не песок, как в прошлый раз, а маленькие светло-серые камешки. Основную нагрузку в оформлении будет нести интересный темный камень от компании Decatop. Подробнее о нем вы можете узнать из отдельного видео, ссылку на видео оставлю в описании. Несмотря на маленький размер аквариума, в нем можно сделать действительно очень много интересных композиций. Все зависит только от фантазии. Почему в этот раз я решил оформить именно так? Сказать очень сложно. Думаю, многое зависит от настроения. Если бы я оформлял этот аквариум в другой день, и даже если бы у меня был бы тот же самый набор для оформления, возможно, он выглядел бы иначе. Самая главная задача для меня – оформить аквариум доступно и легко, чтобы каждый начинающий аквариумист мог эту композицию без труда повторить в своем аквариуме и отказался при этом от пластикового куста и керамической черепушки. We'll be right back.
Мода на искусственные декорации уходит в далекое прошлое. Возможно, она еще вернется, но в совершенно другом виде. Например, это может быть искусственный камень, но нагреватель, который не будет портить внешний вид, или искусственное растение, которое будет фильтровать воду. Аквариум оформлен и готов к запуску петушка. Давайте запустим эту красивую рыбку и немного за ней понаблюдаем. На этом видео подошло к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на канале Пар.